Я вас очень люблю и стесняюсь, и, честно говоря, меня поражает то, что есть друзья, про которых не надо ничего говорить друзьям. А вам, тем, кто пришел в этот бар и в этот клуб, я расскажу. Камикадзе – это, видимо и невидимо, первая New Wave группа в Советском Союзе. И как писал ваш любимый на корпоративах автор Сергей Владимирович Шнуров, это «Когда я напьюсь, я слышу Советский Союз». Так вот, это правда. То, что было по-настоящему хорошо. То, что осталось. Ты вообще молчи, я тебя хвалю. Группа «Кофе» уже получила от меня свои комплименты, как бы то ни было. Более того, они в советских костюмах и в галстучках, если вы видели их в соцсетях. Итак, сегодня «Камикадзе», 30 лет. Hey, happy birthday, happy jubilee. Вы знаете, сегодня будет играть много групп, которых, честно говоря, я половину не знаю. Вот что такое «Колибель», например? «Колибель», не знаешь, что такое? Эй, чувак. Ладно, проехали. Я про то, что сегодня все будет хорошо. И самое главное, все это будет про любовь. Встречайте нашего сегодняшнего первого исполнителя и поаплодируйте ему. Поаплодируйте, пожалуйста! Михаил, а где что все найло? Игорь Махалов, группа Токио Махалыч! Ребят, всем привет! Рад всех вас видеть здесь. Меня давно уже никто не видел на площадках клубов, потому что я перестал выступать, у меня родился сын. Но я играю на гитаре, хочу несколько песен спеть. И поздравить Андрюху, это 30 лет творческой деятельности. Очень много создано было группой и видео, я посмотрел, просто не хватает даже времени пересмотреть все, но потом я обязательно это все дело пересмотрю. И хорошо, что люди продолжают что-то делать, потому что мы такие музыканты, которые даже когда говорят, что у нас мало концертов, все равно дома-то мы играем и делаем свое дело. Вот это каленым железом не выжечь. Поэтому я за всех ребят, которые сегодня пришли, поздравить Андрея Камикадзе и его группу. И новых завоеваний ребятам, чтобы они... Есть понятие роста вверх популярности, есть понятие развития, чтобы все гармонично было в жизни у этих людей, у Андрея, у Камикадзе. Сейчас настроимся. Уйдут президенты, сотрут все границы. Возможно, когда-то в нашем мире такое случится. Солдаты забудут про кровь и медали, и дети друг с другом в войну больше не играют. Но пока ты солдат, за родину воюй. Ты мой брат, я твой брат, и значит вместе мы в одном строю. За улыбки детей
поражен, потому ты солдат, что чистым сердцем вооружен. Потому ты солдат, что чистым сердцем вооружен. Soul soldier, soul soldier, soul soldier. Сотрут все границы, когда-то, когда-то уйдут президенты. Любовь крепко свяжет людей всех земли, словно шелковые ленты. Солдаты забудут, и дети забудут, за кого воевали. Не зря эту сказку нам в детстве с тобой отцы рассказали. Но пока ты солдат, за родину воюй. Ты мой брат, я твой брат, и значит вместе мы в одном строю. За улыбки детей, матерей и жен, потому ты солдат, что чистым сердцем вооружен. Потому ты солдат, что чистым сердцем вооружен. Эй, встань рядом со мной, вдохновляя меня у края пропасти. И весь жар земной, он остановится, чтобы нас спасти. Высоко над головой наше солнце знаменем горит, небо синее. А души ушедших в последний бой нам сияют, как факелы негасимые. Нам сияют, как факелы негасимые. Soul soldier, soul soldier, soul soldier, soul soldier. Soul soldier, soul soldier, soul soldier, soul soldier. Спасибо. Ребята, так как у Камикадзе сегодня день рождения, и я думаю, что это как ребята открывают Новый год, свой для новых каких-то свершений. Я решил вообще спеть про Новый год, хотя он еще далеко, но добавить чуть-чуть вам настроение. Просто сочинилась песня такая, и хотел бы поделиться. Ок? Сейчас найдем аккорды. Да. Всех с Новым годом! Привет, овечки, игрушки, елки и торты и свечки. Любовь и кола, вино в бокале, жить сначала. Андрюха, мы начинаем. Простим друг другу боли, обиды и вино по кругу. И будем квиты секундной стрелкой. Так сердце бьется, и сто желаний нам в подарок достается. Мечты сбываются под Новый год. Все сбывается под Новый год, под Новый год. Но что мы будем делать, если Санта не придет? К нам приходит Дед Мороз, и Новый год спасет. К нам приходит Дед Мороз, Дед Мороз, приходит Дед Мороз. Эй,
Новый год спасу. Он словно ангел с небес спустился, но этой ночью с нами точно он напился. Пел вместе с нами, крутил пластинки, а мы на улице ловили ртом снежинки. И на всех континентах земли, люди дарят друг другу улыбки. Королевы и короли нам с тобой посылают открытки. Мечты сбываются под Новый год. Пусть все сбывается под Новый год. Под Новый год. Но что мы будем делать, если Санта не придет? К нам приходит Дед Мороз, и Новый год спасет. Все сбывается под Новый год. Но что мы будем делать, если Санта не придет? К нам приходит Дед Мороз, и Новый год спасет. Чудесный праздник, окей, и гаснут свечки, и мы на утро засыпаем, как овечки, в смешных кудряшках и серпантина. Такая знакомая картина. Мы засыпаем, снимаем маски, и мы так наивны, мы верим в сказки. Но вот только то, что бывает чудо на продажу, мы только детям нашим ничего не скажем. Мечты сбываются под Новый год. Все сбывается под Новый год. Под Новый год. Но что мы будем делать, если Санта не придет? К нам приходит Дед Мороз, и Новый год спасет. Все сбывается под Новый год. Но что мы будем делать, если Санта не придет? К нам приходит Дед Мороз, и Новый год спасет. Wow. Ребята, всех вас с Новым годом, потому что кого-то я точно не смогу увидеть на этот Новый год. Да? Ну, спасибо большое. Песня группы «Психея». Вечность глядит в себя, психея страна. Сейчас еще раз. Вечность глядит в себя, психея сестра разврата. Воу-воу, твой страх в окружении декабря. Кому-то так, видимо, надо. Любовь, любовь и вечность оставьте в покое. Постель или встречи, но здесь все другое. Любовь и вечность — слова для толпы. Но это, все это не мы. Кто я? Живая мишень для любви, обид мой город вблизи далеко, далеко на баллон.
светит, смотри, мое сердце все так же горит и рвет микрофон. Эти новые строки, любовь и вечность оставьте в покое. Поселили встречи, но тут все другое. Любовь и вечность, и слова для толпы. Но это не мы. Все это не мы. Я не хочу быть тобой, я не хочу быть собой. Любое сравнение, признание смысла. Смотри, над городом радуга вместе с стрельбой. Петлёю повисла. Эй. Любовь и вечность мы оставим в покое. Постель или встреча, но здесь всё другое. Постель или встречи, слова для толпы. Но только это не мы. Это не мы. Спасибо всем. Хорошего концерта, ребят. Кстати, ребята, если кому-то нужен селфи под названием «Барабанщик есть айфон», то, пожалуйста, вот тут. Евлампий Гасан Мамедович надувной исполняет. Ну ладно, поржите или поаплодируйте, еще вы стоите как мертвые. 30 лет камикадзе. Это опять же намек тем группам, где играет барабанщик, который ест айфон. Что я все равно пизже всех пою. Ребятки, чтобы было понятно. Вы вообще, в принципе, тут разные же собрались, разных возрастов. Но... В Петербурге ведь самая красота не в берегах, не в наших реках, не в наших парках, не в наших музеях, а в улицах. И вы наверняка помните группу «Улицы», если кто-то из вас помнит, кто не помнит, поаплодируйте. Более того, вы знаете, что называется, вот как человек тебя назвал, так и будет жить. В моем смысле, вот лично в моем переживательном смысле, больше людей такого толка, такого вот класса, как Радик Чекунов и Мон Чекунов, я не знаю в принципе, потому что они вот, ну, таких людей не делают больше. Но их ансамбли, как бы то ни было, это Радик Чекунов, ваши аплодисменты на дне рождения сегодняшнего Камикадзе, 30 лет. Все собрались или еще нет? Так, ждем. Группа Камикадзе. 30 лет. Вы только подумайте. 30 лет. Это круто. Вообще, это круто. Митрошин. Дорогой Андрюха. Все хотят, чтоб улицы, а улицы не хотят. Вот такие вот консерваторские кокетки. Ну ладно, и тем не менее, спою вам несколько своих песен в дуэте с
Дмитрием Андреевым. Все по стеклу, что-то творится с тобой и со мной, я от тебя бегу. Разукрась мой черно-белый свет, бледно-розовый цвет. Научи, как гулять по крышам во сне, это нужно мне. А мир, как и прежде, вертится, крутится. Тусуются люди, люди тусуются. Земля, как и раньше, вертится, крутится. Улицы, девушки, девушки, улицы. Обои, под ними газеты со старыми новостями. Ко мне прибегают чужие собаки, я их называю гостями. На грязных столах накрывается пир. Мой брошенный дом, мой взорванный мир. А мир, как и прежде, вертится, крутится. Тусуются люди, люди тусуются. Земля, как и раньше, вертится, крутится. Девушки, девушки, улицы. Со снегопадом растворяюсь в дождях, рассыпаюсь от головы градом. Эсминцы, пироги, фальшивые боги, грань между раем и адом. Я внедренный агент, я внедренный агент. Электричеством гроз
Небо штопает дыры озона, ядерный передовоз разрывает круги позатронов. Капля за каплей, где ложь, а где правда, где та ошибка, обманка. Вот в чем вопрос. Электричеством гроз, ой, моя цель не слышна, до нее не добраться руками, за волною волна разбивает о сушу цунами. Ныряю ко дну, иду в глубину, ищу тишину. Меняется свет, цвет и свет. Меняется свет, цвет и свет. Меняется все. Я внедренный агент. Я ж тебе не подмолчу. Я внедренный агент. Я внедренный агент. Я внедренный агент. Только после, только после, только после. Я все отдам. На 10 градусов вправо сдвинулся Марс. Всего 10 дней уголек раскаленного лета. Бег времени стрелок, маятник тени и света. И кружатся в танце черное море и небо. Крымское небо и крымские звезды напоили воздух лозы и гроздья. Крымское небо и крымские звезды. Все в сравнении с вами так мелко и так несерьезно. И солнечным вихрем наши разбудит сердца. Бархат ветра и волн, скалы пьющие вечности грезы. И будет нам сниться в самых загадочных снах, как в танце кружатся черное море и звезды. Крымские звезды и крымское небо. Вспоминаю я в Питере зимнем, засыпанный снегом. Крым.
Крымское небо и крымские звезды. Все в сравнении с вами так мелко и так несерьезно. На 10 градусов вправо сдвинулся Марс. На 10 градусов вправо сдвинулся Марс. Таких песен нет. Ну, еще одну песенку спою. Ну, давай, я лучше сбиваю. Я сразу сбиваю все ноты. Он сразу думает не о том. Можно подшить. Асфальтными тропами катилась на горочку жизнь кувырком, кусала болотами, щипала под ребрами, но все так по-доброму и с огоньком. И снова мерзкое слово «война». Война. Пустыми карманами и рваными ранами все сбудется, зарастет, прах уйдет к облакам. Кавычки отброшены, в висках запорошенных. У каждого есть внутри свой Афган и Вьетнам. Но в воздухе снова мерзкое слово «война». Тянет покрывало из дыма и слез, играя в стрелялки целый день у компа. Думал ли ты, что будет все это всерьез? Во снах и воистине играемся жизнями, меняется мыслями человек-пилигрим, мечтами о временах, когда тот счастливый час, где мир в наших головах, только здесь и сейчас. В воздухе снова мерзкое слово «война». Тянет покрывало из дыма и слез, играя в стрелялки целый день у компа. Думал ли ты, что будет все это всерьез? Спасибо. Йоу.
Круто! Спасибо! Йо. А потом? Потом. Дома! Оля, пардон. Ребяточки, ну поаплодируйте еще раз. Радик Чекунов! А все читали Селлинджера? Или, ну, не, ну сейчас, конечно, такое время, что никто не читал Селлинджера. Неважно. У меня, я вот расскажу. Вот знаете, мне всегда говорят, что Валфи, ведешь мероприятие, веди от себя. От себя. Одна из любимых книг под названием «Уловка 22». Все знают. Кто не знает? Никто не знает, блядь, все в соцсетях сидят. Неважно, как бы то ни было, как бы то ни было. За барабаны, во-первых, пробирается один из легендарных барабанщиков, хотя бы потому, что он пытался делать полгода, что он мой барабанщик в группе «Бисер». Это Миша Лысенко Надувной. Поаплодируйте, это легенда рок-н-ролла. А во-вторых, я хочу сказать, что я недаром сказал про книгу Селлинджера, потому что есть такое название «Колыбель». Да? Это куртка Ванигуда. А, Ванигуд, да, черт побери. Ну, перепутал, ничего, да какая хуйня разница, да, еб твою мать. Не суть. Но все же знают, Толстой кто-то сказал, заебись. А есть такой культурный, скажи, где Пушкин утонул. Все нормально. Да мы все бухаем, нормально. Ребяточки, они 100 лет не собирались. С их гитаристом мы ходили вместе на вокал. Маякни, пожалуйста, чтобы это не было гадостью. И это было 26 лет назад. Мы вместе с Мишкой ходили вокалом заниматься. Потом расскажу. Это замечательное... Чё? Микрофон, кстати, снят с малого барабана. Тебе передает барабанщик. Оля! Оля Ходаковская! Просто Миша тут что-то, типа, ну, что-то ему опять не так. Вообще играет хуйню всякую, но ему все время что-то не так. Ну. Ребятки, это легендарная колыбель. Я, знаете, когда смотрю на их вокалиста, я реально драчу, невзирая на то, что я не гомосек. Группа «Колыбель», Никита. Ну так прям сразу тут не начинай дрочить, это самое, так сказать. Посмущаемся немножко, сделаем вид, что мы приличные люди все. Дети, опять же, да. Ну что ж, дорогие друзья. Спасибо вам большое всем, что вы пришли на это чудесное мероприятие. И, конечно же, мы все поздравляем нашу дорогую группу «Камикадзе» и всех ее участников по отдельности с тем, что сегодня их день рождения. И надо сказать, что первый раз я увидел группу «Камикадзе» в здании Ленинградского рок-клуба, точнее, в Театре народного творчества. Это тогда еще, это я не знаю, год какой-нибудь был, наверное, 93-й, да? Может быть такое, да, Андрюша? И запомнилась мне песня «Это Египет», я помню, вот как сейчас. Отлично. Да? Вот. Все, видите, все, как сказать, память хранит. Ну и с тех пор, конечно, многое нас связывало, потому что мы много раз играли на одной сцене в клубе «Тен», организатором и... Ну, «Wildside», «Гора», да. Ну как, почему-то «Десятка» запомнилась больше всего. «Wildside» менее какие-то, да? Менее выразительное было. Потому что там был реально веселый тусыч, ребята. Конечно... Да, и футболочки даже есть. Ну, вот сейчас струнники, так сказать. О! Сегодня воскресенье, вечер, поэтому... Мы все будем, так сказать, делать скидку на то, что уже все сильно устали. Простите, пожалуйста, конечно. Но будем стараться сейчас вас порадовать как-нибудь. Миш, ты только сейчас очень громко не мочи, ладно? Я сделаю чуть-чуть.
Но вы приготовьтесь к тому, что будет несколько громче, чем предыдущий коллектив. Потому что, как бы... Ну, нормально, надо в картинке бишь смотреть. Ну, начнем наше вечернее выступление. Дорогие друзья, мы хотели бы услышать, конечно, все аплодисменты. Как некоторый кредит вашего доверия. Спасибо большое. Как зверь, но не вижу
в этом смысла теперь. Мой-мой-мой, внутри черепной конфликт переходит на оргазменный крик. Так, если буду я один, за тебя я заменю гидрофил. Так, все играют в этот мир. Что это глупо, мне было в кайф. Ты скажешь, что это не нужно, мне было в кайф. Ты скажешь, что это опасно, мне было в кайф. Ты скажешь, что это смешно, мне было в кайф. Поздравляем группу «Камикадзе». О, видите, мне кажется, это популярность, да? И слава. Денчик, ну прости, я не в материале. Зачем нужно потеть, когда можно просто взять и
море всех, что так, где я использую тебя. Мои мысли там, где нет сомнений, там, где нет места черной лени, там, где я использую тебя. И выпей свой я. Выпей свой я. Выпей свой яд. Попробуй. Выпей свой яд. Когда не было в начале у слов, я начинал использовать тебя. Новый ветер, новый снег, кошмар превращается в веселый смех. Когда я использую тебя. Спасибо. Нужна пауза. Что-то случилось. Все уехало. Михаил говорит, что это рок-н-ролл, поэтому это классика жанра. Вот, все так быстро. А вот еще и Павлик сейчас подстроится. Ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди. Что у нас там дальше-то? О, следующая песня. Помни. За эту песню можно сказать особое спасибо покойной ныне Марьяне Цой, да? Потому что это с ее помощью было записано на студии Ленфильма. Сколько лет прошло, как говорится, а помню я и ты. И рикошету тоже покойному. Как говорится, все мы стремительно несемся в сторону большого бзденча. Ну вот этот юноша еще не понимает ничего в этом. Не то, что мы, старикашки. Ну, да? Михаил, что там? Уже я не знаю, что и сказать, еще не знаю. Видишь, кончились слова.
Оля, добавь, пожалуйста, бочечки в мониторчик. Это Миша. Это красивый, это стайлочок.
Спасибо. Держись, Михаил. Ну давай, я подобрал. Давай. Все, мы четыре песни. Мы последние песни или что еще? А я не знаю, окей. Сколько песен-то надо играть? Где начальник вечеринки? Начальник там бухает. Если ты смел, ты войди в мой лес. Ты войди в мой темный лес и найди ответ, свой ответ. Видишь силу, так не бойся бед. Ищешь много лет, но увидишь свет. Так войди в мой дом, ты войди в мой светлый дом и открой окно, в нем окно. Видишь травы, что поднялись в рост, ищут слезы роз, поднимают дождь. Как неясен запах слов, как понятен запах слов. Михаил Егоров, гитара. Павел Степановский, бас-гитара. Михаил Надухой, барабаны. Группа «Голубей». Если ты смел, ты войди в мой лес. Ты войди в мой темный лес. И найди ответ, свой ответ. Видишь силу, так не бойся бед. Ищешь много лет, но увидишь свет. И как неясен запах слов, как понятен запах слов. Эй, солнце словно вслед за мной. Прямо в небо. Вслед за мной. И вот на сцене появляется наш второй вокалист, известный диджей и MC Дэн Шувалов.
Ride my dick like a horse. Ага, suck my dick like a lollipop. Генитальная фиксация сегодня, да? Ride my dick like a lollipop. Yeah. Ride my dick like a lollipop. Whoa. Suck my dick like a lollipop. It's okay. Ride my dick like a horse. Прямо в небо, прямо в небо. Прямо в небо, прямо в небо. Прямо в небо, прямо в небо. Еще раз. Suck my dick like a lollipop. Ну, блядь. Как всегда, чужие музыкантов, типа, все делают вид, что они, ну, крутые, поэтому хрен восстановишь. Никита Алтай и группа «Колыбель» попали. Ох, это новая формулировка. Такого я еще не слышал. Я не знаю, но это божественно. Все? Или мы можем еще сыграть песенку, или это все? А, еще раз, конечно. Нет, ну если можете, то давайте. Если, как бы, дорогие друзья, мы еще... Тогда не буду. Просто меня организаторы, знаешь, ну я же ведущий, как бы, ну, свои миллион долларов должен работать, поэтому, ну, все дела там. Говорят, особенно, говорят, убери гитариста, очень старый. Я говорю, мой любимый, сейчас будем трахаться. Ну, как-то так. Это на самом деле короче, характерное для Колыбель! Дэна поведение. Впервые я его вижу в таком хожу. Давай еще что-нибудь сыграем. Регги. Лирическая композиция сейчас будет. Да. А это вот не готово. Я тут предложил просто переименовать коллектив «Колыбель» в коллектив «Совет директоров», потому что как бы на сцене три директора, а я один только этот самый вообще там ни о чем. Подчиненный вообще просто. Кошмар. Никакой спасу нету, вот видите. Оранжевым цветом солнечный круг на небесном холсте. Утро рассыпало звонкой монетой и понеслось у него на хвосте. Я вряд ли кто-то сможет меня догнать. Вряд ли кто-то сможет меня поймать. Разве что если только буду стрелять. Буду стрелять после этого крика. Если ты не боишься упасть, вряд ли кто-то захочет тебе помочь. Нужно ведь думать своей головой, а не воду в ступе толочь. Может быть, даже кто-то будет стрелять. Будет стрелять после этого крика. La 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 la.
Спасибо большое, дорогие друзья. На этом мы заканчиваем свое выступление. Приглашаем в следующее. Ну а что, мы можем сыграть еще? Давай рекламу. А, диск и рекламу можем сыграть. Еще есть песни, оказывается. О, я уже забыл все. Ну что, рекламу? Давай. Давай, блядь. Три человека говорят ему, говорит, давай одно. Авторитет. Вот, вот это называется авторитет, понимаете? Ты ногой упирайся. Да я упираюсь. Домашнее, да, сегодня такое, в принципе, состояние. Подожди, браза, еще пару песен оказалось. Да. Гусли, ну ты можешь джем, давай, джем. Джеманем. Тринди-бринди. Ой, ты гуеси, ты добрый молодец. Окей, последнюю, попросил Андрюша. Вечеринка приобретает полное настроение. Эй-эй-эй, не уходи, останься наплевать на все твои дела. Эй-эй-эй, я так прошу, не бойся, милая, ведь я люблю тебя. Спасибо, здесь была группа «Колыбель». Поздравляем «Камикадзе». Спасибо!
Hey, would you be so nice, в переводе с вьетнамского, поаплодировать группе «Колыбель»? Никита, Миша, Миша, ну просто ужас какой-то, ну сплошные Миша. Никита, Миша, Миша, Маша, Паша, вообще ужас какой-то. Мне, кстати, Паша особенно поаплодируйте, потому что как ты в это говно вляпался, я вообще не понимаю. Поаплодируйте! Чудесный ансамбль, чудесный. Но теперь еще не то, что давеча. Если вы не знаете, мы собрались сегодня на 30-летие. Да хуй вас кто вспомнит. Короче, на 30-летие группы Камикадзе. To be honest, please. Please, would be nice and make some noise. Но я все равно, конечно, сука, Егорова я бы дал вот еще в 90-е. Конечно, блядь, такой классный. Но неважно. Короче. Сейчас для вас прозвучит совершенно неожиданный коллектив. Ну, короче, я специально спросил, есть ли неожиданное название, они мне сказали нет. Лёля Новиков и его творческий союз, поаплодируйте, мать вашу, это вообще пиздец, это редко как бывает. За это обычно бабло платят огромное, потому что они люблю гениальные. Люблю разных ведущих, просто обожаю, дорогой, спасибо. Сейчас, 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 мы чуть-чуть тут как бы это подтянем струнки, я байку расскажу. Да, как, давай, да, давай. Да-да, как я узнал ансамбль Камикадзе, да. Это было много лет назад. Оленька, сделай мне хорошо, а? Хей-хей-хей. Оля, родная, люблю, не могу. О, The Beatles. А теперь было бы классно, чтобы я слышал. Слышу, слышу. Ну, пока сними, потому что я как бы... Вот-вот-вот. Сними пока банку. Оля, Оля, сними банку, умоляю тебя. Саунд-звук офигеть. Ну чё, миллиард лет до нашей эры. Году так примерно в 90-м, да, 90 примерно год был. Или 91-й. Очень любил я разную новую волну. И пошел я познакомиться с группой «Югенштиль». И концерт был в ДК Кирова. И был огромный зал, и было человек 20. Но поскольку я любил не только Баухаус, но еще и группу Japan, то, конечно же, я послушал группу Камикадзе. У них было два басиста, и это было неизгладимое впечатление. Спустя 100-500 лет я иду по Невскому, а вот в те чудесные времена, если где-то стоит очередь, например, на Гостинном, это означает, дают пластинки. Я встаю в длинную очередь, и через каких-то там час-полтора, вы понимаете, какая мощь духовная, да? Час-полтора я получаю в руки две пластинки. Одну я слушал, даже запилил до ужаса, она такая красивая, белый конверт, и вот этот элегантный, не стареющий, не увядающий юноша на ней с очаровательной дамой. А вторую пластинку я один раз послушал и спрятал. Я не буду говорить, что мало ли кто из этой группы есть, обидится еще. Здравствуй, родной, здравствуй, родной, здравствуй. Вот, у меня очень своеобразный музыкальный путь. Я в основном слушатель и писатель разных удивительных историй. Работал я в чудесном музыкальном журнале «ФУЗ», где мы про вот, ну, я думаю, здесь опять же нет группы, про которую мы бы не написали.
И есть у меня личная журналистская байка, которая в кулуарах. Я сегодня рассказал, вот как бы Андрей подтвердил, что да, это вполне возможно. Был, вот когда я заходил к вам на тот концерт ДК Кирова, там было два басиста. И один басист был особенно динамичен и, как бы сказать-то эвфемизмом. Да. Да. А второй Руслан. И он... Да, акула пирата. Он был очень динамичен, очень динамичен. И однажды сказал что-то пара ласковых с экрана телевизора про Юрия нашего Ильяновича Шевчука. И буквально что ли через день или два он Шевчуку попался на глаза. И его спасло только то, что он был не под именем Руслан, а под каким-то другим именем. Он выступал в тельящике. И когда его Шевчук спросил, что же ты, человек, меня оскорбляешь с конфликтом, он сказал, это не я, это мой брат-близнец. Ну вот так оно, да, и получилось. А еще была чудесная программа «Поп-антенна». И я уже задавал, как бы, почтенному, понимаете, почтенные юбиляры. Вот столько с женами бывает не живут. 30 лет, да? Если не год про 15 лет, да? Вот 15 лет назад бы ее грохнул, сейчас бы уже и вышел. 30 лет. Ну, тут мало кто может этим похвастаться. Я знаю, могут похвастаться улицы, они почему-то не хвастаются. Кто еще может похвастаться? Да вы можете похвастаться или рановато еще? Ой, я моляю тебя, как бы там, вечно зеленые. Ну, кстати, да, они сейчас не из нашего муравейника, поэтому как бы, речь не о том. Я вот спросил у Андрея, где же все эти зашибенные клипы, где же? Камикадзе Гёрл! Я требую, кстати. Я требую, во-первых, полной официальной оцифровки альбома с винила, чтобы он был красиво, кошерно выложен, и мы бы все расхватали, и друг другу бы на стеночке, и снова бы все это воссияло. И следующий зал был бы уже на 100-500 человек, а потом уже, глядишь, можно и об Уэмбли подумать. Наполните бокалы, потому что песня будет грустная. Так получилось. Да. Песня будет грустная. Под гусли. Позвольте представить. Максим Анухин, ака Гудемир. Выдающийся человек, который играет на этом прекрасном инструменте, как бы, как в нем играть, я так, например, не понимаю совсем. Но я в принципе тупенький. Вот так, да. И так получилось, что я написал одну удивительную песню, и мы не знали, как с ней справиться в рамках вот нашей группы «Парабелл» и нашего альбома. И я пришел к Гудемиру и сказал: «Гудемир, я хочу гусли». Он сказал: «Это прекрасная песня, давай же ее сделаем». Мы ее сделали. Песня называется «Сказочка». После я сидел в углу и долго смотрел, как вот... Тут была эта тема уже поднята, что все мы катимся как бы к некому логичному концу, но некоторый конец некоторых славных музыкантов далеко не логичный и чересчур быстрый, на мой взгляд. Эта песня посвящается всем парням из двух самолетов, посвящается полному составу, пребывающему сейчас на небесах, блаженной памяти коллектива «Внезапный Сыч», Реду Старкову, Мише Горшеневу и другим хорошим парням, которых нет. Пазухой взял обещание не стать.
визитка сбежал от нянечек, в райтиз думает колесо. Пути не вечные, уже конечная, уйдет в землю друг, вот и все. Сухой чат в углу манит вешалкой, и воротиться уж не сумеет. Блеснет свет вдали, как заплетет. Получилось, что Максим упорно настраивает меня на продолжение этой программы. И вот наша древняя песня, 100-500 лет назад придумали, записали, а группа сейчас не исполняет. Он говорит, давай делать, и вот мы попробовали. Без репетиции, извините. Он немножко переделал, поэтому я сейчас буду пролетать, как фанера над Парижем. Первый показ, да, на арапа. Звезды светят.
Максим Анухин, Гудимир. Большое человеческое спасибо. Бывает. Ну и напоследочек. 23 ноября, да, точно, 23 ноября. У меня группа скромнее, всего-навсего 22 года. Приходите. Так, заведение называется «Культурный центр сердца», биржевая линия 12. И в любой другой день заходите, зайдете у меня за барную стойку, увидите. Поговорим, выпьем, что-нибудь закусим. На улице самой главной я праздный и очень странный. Все заняты важным делом, а мне невдомек. Забыл все, что знал и верил. Стучусь возле каждой двери, пытаюсь вернуть потери. Какой в этом прок? Тучи пройдут по Звенигородской, Второй Советской и Краснофлотской. Прольется небо во все колодцы, как ноты с листа. Кто дважды прожить мечтает, конечно, мы лучше станем, но где-нибудь в дальней дали, не здесь и не так. На улице Старорусской, короткой и очень узкой, открыли кабак и труски, и день напролет. Там пьют по известной мере за счастье и смерть империи, за радости и потери, кому как везет. Тучи пройдут по Звенигородской, Второй Советской и Краснофлотской. Прольется небо во все колодцы, как ноты с листа. Кто дважды прожить мечтает, конечно, мы лучше станем, но где-нибудь в дальней дали, не здесь и не так. На лужах в дорожных ямах мелькают огни рекламы. Пусть капли очертят раны по всем проводам. Хочу в этот день дождливый на улице быть счастливой, но адрес искать на картах не стоит труда. Тучи пройдут по Звенигородской, Второй Советской и Краснофлотской. Прольется небо во все колодцы, как ноты с листа. Кто дважды прожить мечтает, конечно, мы лучше станем, но где-нибудь в дальней дали, не здесь и не там. Большое человеческое спасибо. Аллилуйя ансамблю «Камикадзе». Многих добрых лет и 500 лет на Уэмбли. Хей. Оленька, гитарку закрой, пожалуйста. А я тебя просил.
Ребят, все знакомы с историей джаза барабанного в истории вообще Санкт-Петербурга. За барабаны сел Ринго, Денис Ринго. Это вообще просто... Если бы мне сказали, что я с ним буду знаком, я бы умер, когда я был молодой. Поаплодируйте. А с другой стороны, все сейчас наливают и бухают, потому что сегодня 30 лет группе «Камикадзе», но при этом на сцену выходит история, которая в конце концов вертела на хую историю, которая сейчас вертится на хую, опять же, у всех, кто считает себя зожниками. Днем йога, вечером дорога, и все такие нормальные. Ни хера не нормальные, потому что группа «Спорт». Ваши аплодисменты. Легенды питерского рок-н-ролла. Группа «Спорт». И при этом, кто разойдет вот сейчас, пойдет покурить, тот мудак. Вы очень стары. Вы супер стары. Чё со своим?
красиво говорит. С чем начинаешь? Погода. Еще? Раз, раз. Так, дорогие друзья, подходите сюда, потому что сейчас для вас выступит замечательная группа «Спорт».
Вот ровно год назад у парней было 25-летие. Шикарный концерт в Ирарте. Вот, мы там играли вместе с ним, но это был просто праздник. Это... Поэтому сегодня такое лаверды в ответ. Вот. Но это просто круто. Так что группа «Спорт»! Сегодня прозвучало такой ноткой 30 лет, давно. По-моему, 30 лет не так и много. К 30 годам не все от родителей съезжают, своими детьми заводятся. Мне кажется, самое то время. День воскресенья, у меня выходной. Солнце не встает, я на севере зимой. За полярным кругом очень холодно, ребята. Друг к другу люди жмутся, как на пеньке опята. В средней полосе значительно теплее. Все-таки и там есть туши и метели. Вода там замерзает где-то около ноля. Но тут делать нечего, по правде говоря. Е-е! Ах, там, солнечный круг! Зимой улетает даже птица мою! Е-е! Бам-бам! Скорее весна! Красть веселой краской и меняй себя! Зима там просто осень. Там не растут грибы, но градусов плюс 8. По улице можно пройти без шапки в плаще. Но тоже очень скучно, делать нечего вообще. Так-так, солнечный круг. Зимой улетают даже птицы на юг. Бам-бам, скорее весна. Крась веселой краской и меняй себя. Бам-бам, скорее весна. Крась веселой краской, меняй себя. Так-так, солнечный круг. Зимой улетает даже птица на юг. Бам-бам, скорее весна. Крась веселой краской, меняй себя. Честно говоря, 30 лет назад, когда я первый раз побывал на «Камикадзе»,
это, наверное, вселило какие-то силы, потому что, мол, можно и так, оказывается, не где-то, а вот здесь, прямо у меня на глазах. Это было круто, и сейчас круто. Андрюха и остальные... Посвящается вам. Скажу да, а вдруг не поймет. Скажу нет, а может мне повезет. Зачем врать, ведь не знает никто, что я здесь давно. Это просто-просто я проверял, там где можно было не проверять. Я старался там, где можно было и проиграть. Какой стыд, что мне скажут друзья. Это самый первый знак, а потом тюрьма. Зима, весна, веселые каникулы, зима. Весна, зима, весна, веселые каникулы, зима, весна. Один на ноль, бесконечность, зубная боль, просто вечность. Игра природы — это компромисс. У ваших годов, конечно же, мисс. А крокодилы позабыли тишины, подход. У них все зубы золотые, а я трону рукой. Ты будешь все знать, может быть, пока я здесь. Книги написали, но их не прочесть. Зима, весна, веселые каникулы, веселые каникулы. Зима, весна, зима, весна, веселые каникулы, веселые каникулы. Все в форме, все понятно. Я вижу все насквозь, и мне неприятно. Какие лотосы, какой колорит. В огне не тонет и в огне не горит. Мне тоже много можно было бы тогда рассказать. Как рикки-тикки тали, я готов и не спать. Любой вопрос, ответ рождает мгновенное. Слово да, быть откровенным. Зима, весна, веселые каникулы. Веселые каникулы, зима, весна. Зима, весна, веселые каникулы. Последние каникулы. Все, что ты сказал мне. Я видел лица тех, кто слышал. Для меня это ад. Зачем ты так сделал? Теперь пощады не проси. Я был тогда уравновешен. Я был семьей, двумя детьми. А теперь я один. А теперь я с друзьями. Обращайся теперь ко мне на «вы».
1%. Я сам себе как Диснейленд, а ты ж думал, мол, игрушки на дуэли умер пушками. Есть еще один момент, 35-й элемент. Не рассчитывай на чудо, ты туда, я оттуда. Умер Пушкин, 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 Пушкин, умер Пушкин, умер Пушкин. Следующая песня опять-таки посвящается дню рождения. Что было главного и есть у группы «Камикадзе»? Вот об этом песня. Любовь. Что я? С самого начала знали, что до конца. Что ты? Что я? Это нет сил, нет сил, нет ума. Все страхи, все крики, все чувства, все мысли, все не осталось, убрать со стола. Все то, что может быть было всегда. Я поднимаю бокал. Выпьем за любовь. Я поднимаю бокал. Выпьем за любовь. Что я, что ты? Я смогу знать, это надо прожить. Что я, что ты? Тысячи дней, дней не забыть. Пусть мир будет нежным. Мы в прежних одеждах. Нас больше не держит. Сильный, сильный крепыш мобильный. Я поднимаю бокал. Выпьем за любовь. Мою бокал. Чувства, все мысли, и все не достану, брася стола. Все то, что могли было, да. Я поднимаю бокал. Выпьем за любовь. Я поднимаю бокал. Выпьем за любовь. 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 Любовь, 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 любовь. Говорит Андрей Митрошин, с днем рождения. Смотрите, как была такая история, что у нас был, да, как уже говорил, юбиляр, один из юбиляров. Вот. Нам было 25 лет, и Андрей исполнил один из наших номеров. Нам было дико приятно, и
мы просим его повторить. Попросим все вместе. Раз, раз. Суворов, генералы в песчаных карьерах, летчики в небе, моряки на подводных лодках. Приборы в порядке. Дети в школе, девушки в джазе, в мире мир, а космос и войны. Это все не ваша лишь бы ты была со мной. Это все не ваша лишь бы ты была со мной. Мы вышли из кинотеатров с героями из кинофильмов. Мы думали очень похожи, а мы совсем не похожи. Это все не важно, лишь бы ты была со мной. Это все не важно, лишь бы ты была со мной. Ваша лишь бы ты была со мной. Это все не ваша лишь бы ты была со мной. Это все не ваша, это все не ваша. Это все не ваша, это все не ваша. Спорт! Офигительные парни, просто. Андрей Митрошин, группа «Камикадзе». Спасибо. О, ну вот эту песню вы точно все знаете. Песня классика просто. Клип там шикарный. Песня называется «Рыбалка». Я думаю, вы все знаете. Я помню в свое время в клубах, когда ее крутили, ну, такой рефрен, то есть постоянный. Ну, сразу я вспоминаю все эти 90-е наши. Короче, подпеваем нам и Андрею. Да. Все, всем залом. Если не лень. Thank you.
97-й международной конференции в Гааге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций, члены правительства. А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку, клюет. Рыба-кит, На 8-й международной конференции в Праге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций, члены правительств. А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку. Клюя! Рыба, рыба, рыбаки. Рыба, рыба, рыбаки. Рыба, рыба, рыбаки. Рыба, рыба, рыбаки. Международной конференции в Женеве наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса. Выступали все! А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берег, закинешь удочку. Рыба, рыбаки. Рыба, рыба, рыбаки. Рыба, рыба, рыбаки. Рыба, рыба, рыбаки. Воу! Yes, got that. What's gonna fuck? I'm gonna be out this you. You gotta fucking shit. It's gonna fuck me. You come on to pull on the fucker. Спасибо, парни. Еще одну песню. Я пойду переоденусь. Сейчас мы решим, какую песню. У нас их много. Лето закончилось, но песня летняя, будет летняя. Так и называется. Маша и Даша гуляли по пляжу, смотрит навстречу идет большой человек. Молодой человек.
сильные руки, огромные плечи. Весь загорел идет молодой человек, большой человек. Где-то я плохо спросили девчонки парнишку. Парень мне сразу придумал достойный ответ. Вот зажигалка, ключи, полотенце и книжка. Вот зажигалка, плавок в наличии нет. Так удивились, как это можно без плавок по пляжу гулять, по пляжу гулять. Может быть, парень беде оказался, значит, придется девчонкам ему помогать, ему помогать. Где твои плавки, спросили девчонки парнишку. Парень мне сразу придумал достойный ответ. Вот зажигалка, ключи, полотенце и книжка. Вот сигареты, а плавок на лишний нет. Стали искать варианты наладить контакт, наладить контакт. Парень молчал, а потом отказался, и стало понятно девчонкам, что что-то не так, что-то не так. Где твои плавки, спросили они гражданина. Он их зачем-то спросил про военный завод. Так провалил операцию видный мужчина. Суперсекретный агент по фамилии Бонд. Chicken and the left and put action dance to the bombs. I'm chicken once, chicken twice, twice! Wow. Спасибо большое! Андрей, приглашаем на сцену! Виновников торжества! Так, друзья, сейчас буквально 5-минутный перерыв. Покурите, мы сейчас поставим свой сет и возвращайтесь. Мы сыграем, наконец-то, камикадзе сет, сыграем свою программу. Сегодня по просьбе мы даже исполним старые песни, некоторые старые песни, которые уже давно не играли. Так что не расходитесь далеко. Все любят фастфуд. Кебаб Лула, she's my baby. Кебаб Лула, don't mean maybe. Или там типа oh, Donna. Вообще все, в принципе, понимаете, зачем собрались? Вот все эти вот приблуды и все прочее. На сцене будет еще и задник. Будет задник, да, будет видос какой-то, да? Или... А, передумали. Не состыковалось, говорит Андрей. Ребятушки, я, честно говоря, вот был мажором. Но мажором не в том плане, как сейчас их понимаю.
А мажором в том смысле, что в 80-е, кто понимает, что было в 80-е мажором? Андрюха был таким же. Мы были красавцы, молодцы, которые, вот, сука, блядь, ну, лучшие вещи. Да в советском, никогда я не был мажором. Пиздишь. Все время выглядел вот так, как будто он оттуда. Ну, или оттуда. Блядь, подожди, сейчас. Кстати, Ходаковская, а нахуя? Я ж тебя просил здесь вот, ну, космос сделать. Что за хуйня, ну? Ну, короче, оттуда. И... Это группа Камикадзе. Я не знаю почему. Я не знаю как. Я совершенно наглухо не соображаю, как люди это делали в те годы. А потом мы с Андрюхой начали очень близко общаться. Оказалось, что это фантастический поэт. Безумный человек, который со своей женщиной уже больше 30 лет. Аплодисменты. И, в конце концов, один из моих лучших друзей. Поэтому это группа Камикадзе. Сегодня им 30 лет. Причем это так притянутая к внешности вот история. Притянутая к каким-то датам вещь. Просто послушайте, пронесите через себя и, честно говоря, расскажите своим детям. Потому что они великие. Это штучное. Таких больше, блядь, не делают. Группа Камикадзе, 30 лет. Ваши аплодисменты.